Фортуна просто обязана улыбнуться его команде в городском хоккейном турнире «Золотая шайба», уверен Иван Краснов, игрок «Фортуны». Готовится к соревнованиям. Его команда начала еще осенью. Играли в футбол. С наступлением зимы вышли на лед. Рассчитывают занять первое место. У меня есть мечта только выиграть. Открывали городской этап всероссийского турнира «Золотая шайба» на площади Куйбышева почетные гости. Руководство департамента спорта, Федерации хоккея «Самары» и городские депутаты. На символическое вбрасывание шайбы вышел председатель Думы Алексей Дегтев. В прошлом голкипер подростковой хоккейной команды. Куйбышев, Самара всегда был городом, где не просто любят хоккей, а сотни тысяч мальчишек разных возрастов играли и играют. И сегодня у нас созданы все необходимые достаточные условия, чтобы возродить на прежнем уровне всеми любимый нами такой вид спорта, как хоккей с шайбой. Три комплекта наград разыграют 17 команд. Юным хоккеистам, мальчишкам и девчонкам от 8 до 14 лет. Матчи проходят по понедельникам, вторникам и четвергам в спорткомплексе «Орбита» с 10 утра до часа дня. Обладатели «Золотой шайбы» определятся 30 января. Это здорово, это замечательно, это увлекательно, это зрелищно. Поэтому, конечно же, открытие здесь, а сами игры, вся серия игр будет проходить уже на открытом льду. Настроение прекрасное. В этом году мы впервые привлечены к организации соревнований. Мы занимаемся судейством, представлены будем в мандатной комиссии. Мы наконец-то в ноябре зарегистрировались в Минюсте. Работаем, у нас большие планы. Золотую шайбу в Самаре открывали хоккеисты, которые в прошлом году последний раз выступали в этом турнире. Юным спортсменам из команды «Союз» и «Сатурн» по 15-16 лет. Впереди у них еще пару сезонов молодежных соревнований. Затем они будут выступать во взрослой городской любительской лиге. Лариса Шлафаст, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.